Приветствую на своем канале. Сколько я не лазил в интернете, но, наверное, лучше этого культиватора я ничего найти не смогу. То есть четыре с половиной лошадиной силы, что-то там оцинковки, наработка 3 моточаса. И вот все инструменты, характеристики данного агрегата. То есть червячный редуктор. Глубина обработки 26 сантиметров. Ну и дисковое сцепление. Не знаю, идут ли колеса там какие 28 сантиметров. Или же на него можно ставить что-то отдельное. Гарантия на него 3 года. Или до 3 лет. Непонятно. Подходит для обработки целинных земель. То есть можно целину херачить и не ссать, что там что-то отхлебнет. Ну, это, как говорится, написано, что в реальности неизвестно. Поэтому, я думаю, надо брать после Нового года. Потому что все остальное хлам. Кстати, хотел я взять такой дроль. Сейчас загрузится тут. Так, где тут? Чего тут? Вот это вот из Кипреева, то есть до туда ехать 210 километров. Так, мотоблок, мотокультиватор этот. Примерно середина 90-х годов. Диамон ПА-90, то есть двухтактный движок. Смесь масла и бензина в один бак. Ну и работает он как мотоцикл. То есть производство его то ли Чехословакия, то ли Болгария, то ли Польша. Так я и не понял, но отказался от поездки, от покупки, хотя за 6 косарей можно было взять. Поэтому, наверное, надо сделать акцент на Део, ну или же забить на все болт.
Ну, на этом я свое видео заканчиваю. Всем пока.